5 октября вся страна отмечает профессиональный праздник учителей, как последний аккорд уходящего лета. В связи с этим в Каспийске активно проходят различные мероприятия. Так, на территории Камышии города Каспийска состоялось празднование с участием воспитанников образовательного учреждения. Нашим мудрым наставникам с гордым званием учитель. Наша школьная линейка посвящается вам. Здравствуйте! Сегодня необычный день. Сегодня праздник. День учителя! С праздником! Открыли мероприятие воспитанники кадетской морской школы-интерната города Каспийска стихотворениями о роли учителя в жизни каждого ребенка и благодарностью за их труд. Пусть дождь на дворе уже целый месяц. Сегодня вдруг повеяло весной. Цветы цветут сегодня в каждом сердце. Учитель, нынче праздник твой. Украсили мероприятие также воспитанники младших классов, которые подготовили для всех педагогов музыкальный номер с вручением шоколадок, а также поздравить учителей прибыла сотрудница пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан Юлия Козлова. В завершении мероприятия ко всем педагогам обратилась заместитель директора по УР Марина Сергеева. Я поздравляю вас сегодня с профессиональным праздником. Хочется пожелать вам улыбок, добрые слова, долгих лет жизни, долголетия, здоровья. Ни в коем случае на больничный нельзя уходить, вы знаете. У нас это категорически запрещено. Чтобы вы работали и заходили в классы и улыбались. Чтобы дети вам дарили только хорошие эмоции. А когда бывают хорошие эмоции? Когда вы приходите на урок с выученными уроками, и когда учитель спрашивает, кто пойдет к доске, лес рук. Празднование Дня Учителя прошло также в многопрофильной гимназии номер 16. Началось мероприятие с музыкального выступления воспитанниц образовательного учреждения. Они исполнили такие песни, как «Маленькая страна», «С праздником добрые люди», «Ангел-хранитель» и музыкальный блок с частушками. Кроме того, ко всем присутствующим обратилась директор гимназии Светлана Гасанбекова. Детям делать первые шаги к знаниям, учителей начальных классов. Всех, кто при помощи кого летят в небо самолеты. Те, кто помогает, научил строить дома, внедряет новые технологии. Спасибо вам. Я хочу, чтобы помимо успехов в профессии, чтобы дома вас встречали всегда теплые улыбки близких, яркие семейные праздники, терпение, здоровье и, надеюсь, на очень долгую совместную работу. Всех благ, спасибо вам, что вы доверились и пришли в школу. Спасибо вам. Отметим, что это первое празднование Дня Учителя в стенах гимназии номер 16.